Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и сегодня мы поиграем в игру под названием Beyond Despire. Это игра от русских разработчиков, где нам обещают выживание, море страха, такой, знаете, по отзывам говорят, похоже чем-то на Silent Hill 2, вот именно той атмосферой и тем духом. Здесь вид от первого лица, мы попадаем на какой-то остров, который богом забытый, но здесь есть какие-то мутанты, какие-то обитатели все-таки, которые собираются нас попугать. И, собственно, здесь есть даже какой-то сюжет, различные подсказки, которые будут раскрывать нам суть событий. Ну и я надеюсь, что разработчики не забросят эту игру, потому что она в раннем доступе. Сейчас она в Стиме, кстати говоря, по заниженной цене продается. Весьма приемлемый, около 400 рублей, что в наше время не так уж и дорого. Но давайте все же посмотрим, так ли хороша начальная версия этой игры, как они и говорят. Погнали. Эй, привет! Ты меня слышишь? Какого черта тут происходит? На инструктаже не было сказано о том, что здесь... все именно так. Ты меня слышишь? 400-й? А не работает, что ли? В общем, друзья, 400-й это, как я понимаю, наш какой-то наставник, который нам будет помогать. У нас есть журнал, есть персонаж. Так, инвентарь, карта. Карта. Как я понимаю, мы где-то вот здесь вот, да? Не знаю, или вот тут. Наверное, побережье какое-то, может быть, вот здесь. Так, умений пока нету. Крафт. Есть самодельный бинт, самодельная мазь, самокрутка. Ну, в общем, по компонентам, как видите, еще пока не очень много. Монструм — это, видимо, записи по монстрам, которые тут обитают. Ну что, давайте немножко осматриваться. Пока что по графике, знаете, немножко напоминает мне все это The Long Dark. Ну, как-то вот своей атмосферностью. Так, у нас есть костер. Может... О, что это у нас? Гниль. Ну, давайте возьмем, возможно, в дальнейшем нам как-то это пригодится. Это что? Патроны. Ну, окей. В игре есть мультиплеер, друзья, так что вы можете играть со своими друзьями. Или просто, если у вас нет друзей по какой-либо причине, вы можете зайти и поиграть с другими людьми. Мне кажется, или там кто-то стоит... Также здесь есть аномалии, а-ля сталкер. Ну, пока как-то, знаете, вот так с голыми руками, с голой жопой. Как-то все это не очень заманчиво. Причем, что аномалии тут везде. Кинотеатр Южный берег. Ну-ка. Если бы я еще понимал, где это. Ну, скорее всего, может быть, вот тут вот кинотеатр. Похоже просто на какой-то... на какой-то экран. Что-то тут бурлит в машине. Но, по всей видимости, в ней ничего нет. Так, блок у нас есть. Кто-то там шебуршит. Слышите, кто-то плачет? Или меня уже глючит просто? Не, вон там мужик какой-то ходит. Часы. Бинт. Так, вроде бы он ушел.
Не нравится мне это все, знаете, такая вот очень давящая атмосфера. Так, тут вроде бы ничего нет. Немножко, да, вот я читал отзывы. Есть со светом небольшие какие-то проблемы. Он очень яркий местами. Так что, ребят, уж это, как говорится, не от меня зависит. Маяк Надежда, вы вошли в локацию. Хорошо, давайте посмотрим. Мы как-то это... Найти оружие, найти предмет. Карта, маяк. Вот, мы вот тут, друзья. Значит, да, скорее всего, это кинотеатр. Я надеюсь, здесь никого нет. Так. Это карта. Чья-то голова. Так, еще гниль. Сухофруктики. Бита. И патроны. Так, я могу как-то вооружиться нашей битой? Использовать. Здравствуй, доброволец. Надеюсь, ты обзавелся хоть чем-то, что может защитить тебя. Как ты помнишь из инструктажа, лагерь снабжения не в лучшем положении из-за обосновавшихся там... назовем их объектами. Поэтому обеспечить тебя пайком мы не имеем возможности. Ты должен найти себе пищу и питье сам. Кстати, на острове много живности, и охота на нее не запрещена. Единственное, не все объекты изучены. Не нарвись на что-нибудь опасное. Помимо поиска провианта, перед тобой стоит задача собрать 3 образца органических тканей с любых существ, которых ты встретишь на острове. Конечно, для начала тебе придется убить их. Когда ты соберешь все образцы, то отправь их через любую пневмопочту. То есть как опасное? В смысле не нарвись? И почему на инструктаже ни слова не говорили об этих объектах? Ну так вот, чувак. Не всегда тебе все будут говорить. Так, инвентарь у нас... Мы нашли какую-то запись Анны. Запись Анны Силес. Давайте послушаем. У вас есть новая записка. Записки. Нифига. О безумцах. Запись 9. Даже таким ужасным способом. Пока Билл, охранник на посту, доставал угощение для Элизабет, у него была традиция каждый раз дарить ей печенье и конфеты. Я незаметно стащила пистолет из арсенального шкафчика. Не хочу думать, чем мне это грозит, но выбора не было. Голыми руками мне просто не справиться. Когда дочь уснула, я добралась до чертовой заправки. Фрэнк давно ушел от нас. Потерялся где-то там. Но теперь он обрел покой. Теперь ему хорошо. Я надеюсь на это всей душой. Завтра мы с Элизабет переезжаем на материк. В Лос-Таун. Говорят, что там безопасно и уже более-менее восстановилась жизнь. Я не хочу, чтобы наша дочь когда-нибудь узнала, что на самом деле произошло с ее отцом. Я что-нибудь придумаю, да. А все свои записи оставлю на его могиле. Она не должна их прочесть. Никогда. Я люблю тебя, Фрэнк. В общем, все записи эта дамочка оставила на могиле.
Короче, здесь что-то... чертовщина какая-то происходит. Не стала бы жена просто так убивать мужа. Так, ну мы сейчас с вами здесь. У нас вот холод. Надо бы пойти отогреться. Не знаю, насколько эффективно будет бита против тех, кого мы сможем встретить. Но... я надеюсь, хотя бы как-то... она нам сможет помочь. Так, ну давай, давай, отогревайся. Я не знаю, вот насколько должна быть шкала тепла заполнена. Давайте что-нибудь съедим. Так, это водка. Это сухофрукты. У нас есть бинт. Ну, вроде как отогреваемся потихонечку. Я думаю, мы, друзья, с вами пойдем сейчас вот в этом направлении. Вот здесь у нас могила. Возможно, кстати говоря, могила мужа. Так что вперед. Будем стараться не привлекать к себе особо много внимания. Так, сейчас, минутку, давайте клавиши. Посмотрим, есть ли у нас фонарик. Атака, блок. Фонарик на Т. У нас есть камень. Ага, вот есть фонарь, отлично. Не знаю, могут ли нас по фонарю кто-то заметить. Будем надеяться, что нет. Так, тут ни черта нету. Куча машин. Куча. Там кто-то уже есть впереди. Кто-то шепчет. Здрасте, дядя. Жесть, ну и голосочек у него. Охренеть. Кто это такие? Какие-то ожившие трупы или что это? Давайте попробуем аккуратно вот сюда. Да, ребят. Ну, по ощущениям, пока игра доставляет, ребята. Знаете, постоянно какое-то напряжение. Ты вроде хочешь побежать, но в то же время ты понимаешь, что... а куда бежать-то? Так, ну он там был. Это дерево. Так. Ну, как я понимаю, эти ребята... обычно вблизи дороги, да? Так что если мы близки, в принципе, нас это как-то сильно не должно тревожить. Я вижу впереди костер. Я думаю, сейчас мы у него как раз пересидим. Это какой-то упавший самолет. Надо быть поосторожней. Так. Опа-па. Что он шевелится? С него, главное, кожу содрали. Больше тут никого нет. Вроде нет. Охренеть, сколько там аномалий. Просто жесть. А главное, друзья, весь прикол в том, что... вот этот парень, за которого мы играем...
Его об этом вообще никто не предупреждал. Нам бы сейчас как раз, кстати говоря, неплохо было бы на ту сторону перейти. Но там столько аномалий. Я, если честно, очкую туда переходить. Так. Ну вот, нормально, нормально. Там тоже какие-то аномалии. Куча брошенных автомобилей. Ох ты ж, мать твою! Ты еще что такое? Пшла вон! Пшла вон! Еще и не одна тварь. Так, одна сдохла. Хорошо. На. Тоже легла. Тварь. Паскуда. Можно вас как-то освежевать, нет? Да что это вообще за срань? Охренеть. Так, тут не зайти. В ящичках ничего. Блин, вот это да. Какие-то блюдочные собаки, не собаки, не знаю, что это. Нам попить бы не мешало, да нечего. О, пистолет и пустая бутылка. Серьезно? Так, а это я что, ничего подобрать не могу, да? Мешочки, может быть, что-то есть. Что это? Пустая бутылка из-под спирта. Давайте присядем пока у костра. И посмотрим, что у нас есть. Пустая бутылка из-под воды. Так, снова это говно. Ну давай, тварь. А вы чё, не помираете, что ли? А? Ублюдочные. Охренеть, у вас что тут логово? На, по роже тебе. Еще хочешь? На, получай. Ты что тут встала? Ну-ка, лежать. Ублюдок. Ублюдок, а? Ну-ка, пошел вон отсюда. И чтобы я тебя здесь больше не видел. Пора валить, ребят, пора валить. Тут даже нет времени посмотреть лут. Тебе сразу прессовывают со всех сторон. Мужик еще какой-то. Это что? Зажигалка. Так, у нас есть пистолет. Луч 2. Так. Ты думаешь? Давай-ка сначала я биты тебя приходую. На. На, в щи тебе. Надо быстрее перебинтовываться. Так, использовать. Чё-то как-то это совсем нас не подхилило. Это что? Пустые бутылки, алкоголь. Ну давай. Кровосос какой-то, охренеть. Перезаряжайся. Перезаряжайся, дружище, давай. Ух. Так, вот и ты. Тварюга. А, все, мы, кажется, померли, да? Да, ребят. Мы откинулись. Сейчас посмотрим, где мы находимся.
А, ну возрождаемся мы всегда в одной точке. Я надеюсь, вам понравилось, друзья. Если понравилось и вы ждете продолжения, то поддержите видео лайком, пишите комментарии. С вами был Локи. Всем огромное спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.